18 марта студенты и преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации отметили Навруз. Праздник прихода весны объединил все народы многонационального института. В этот день люди накрывают богатые столы, где очень много явств. Блюда должны быть из 7 ингредиентов приготовлены, или 7 минимум разных блюд. Поздравляют своих родственников, близких. Желают друг друга счастья, добра, здоровья. И это тоже наш семейный праздник, потому что Институт филологии и межкультурной коммуникации – это одна большая семья. Навруз – праздник, который отмечают 21 марта иранские и тюркские народы. Главный символ праздника – росток пшеницы. Он символизирует начало нового сезона, ведь Навруз – праздник равенства дня и ночи, начало сезона роста и процветания. Само слово «Навруз» с персидского языка переводится как «новый день». Большое внимание было уделено подготовке к мероприятию. На репетициях студенты отрабатывали хореографические и вокальные номера, отрабатывали готовку национальных блюд стран Востока. Уже у нас душа же поет, мы же сами из СНГ танцуем, всегда радуемся. Мы стали более сплоченной командой, поняли, как взаимодействовать друг с другом. Праздник объединил не только восточные народы, но и всех иностранных студентов-гостей мероприятия. Напомним, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации существует добрая традиция отмечать национальные праздники почти всех народов мира. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз.